Lord of the Rings. И самочка. Это контроль. Я забыл, что у нас такие штуки такие включаются. Давай. Понятно. В общем, сейчас будет полный привод. Коннигатор. Через 300 метров померить. Чуть-чуть, чем дальше экскаватор. Мы останемся с одним моментом. Она говорила один лесок, а потом другой, нет, да? Мы все идем. Первый, да, лесок? Да, это первый. Не первый. Она говорила это другим. Лесок. Да, это она первый. Сказала. А вот там место такое. Видно. Это видим жанры вот цена. Не останавливайся, проходи, проходи. Это машину проверили. Это машина для инфекции. Этот. Я не вижу тут одного цементажу. Цементаж. Ну вот в этом леске. Дальше уже не заедем. Остановлюсь. Нет, ты фотоаппарат? Рядом с населенным пунктом Камачин есть кладбище, но нам местные жители подсказали, что есть вот во втором леску еще одно кладбище. Вот здесь кладбище, вот 900
21 год. Рушевский. Ну, как видно. Наверху написано на немецком, а похоронен поляк. То есть захоронение, когда здесь были немцы. Тут в основном памятников не остались, одни надгробные очертания. Прям как в фильме ужасов. А? Ну да. Вот еще одно. Но. Местные жители, нам рассказывая об этом кладбище, сказали, что оно немецкое. Вот, но мы видим, что это времен, когда эта территория была под немцами. Вот, а захоронены все-таки здесь поляки. Это только на том видно, тут не видно. Здесь много гробов. Да, надгробий очень много. Но они все. Клара Захария. 913 год. Ну, 909. Ну да, что-то. 913 это. Ну, если кладбище этих времен в таком состоянии, то. Была фотография нету. Немецкая опять штука. И смотри, кто-то сюда приходил. Ставил, да? Да. Кто-то сюда приходит. Свечи, может, кто-то ставь. Что-то знает об этом кладбище. Типа. Наверное. Да. Знаешь, что надо это самое? Вот еще надгробная плита. Вот тут. О, видишь, я. Тут плиты есть. О, смотри. Фотографируй. Дата вот здесь должна быть. Вот еще. Видишь? Да, ну, в общем-то, конечно, мы ожидали найти хотя бы одно надгробие с упоминанием фамилии. Но, к сожалению, это кладбище уже лес. И, соответственно, ну, то, что это не паханное поле, уже хорошо.
не столько побоялись, сколько просто элементарное уважение. Ну давай попробуем здесь выйти. Вот там населенный пункт Камачин. Вот это все на горизонте. А это вот где-то в километре лесок. Мы проехали мимо пожарной части. Перед пожарной частью. Проселочная дорога вправо. Повернули в сторону пожарной части, ну перед ней. В поля прям. Прям в поля. Проехали первый лесок, а за ним проехали второй лесок. И вот этот второй лесок, это и есть кладбище, которое мы сейчас посетили. Я надеюсь, никого мы не потревожили. Мысли у нас были самые добрые. Пусть покоится. Вот это вот первый лесок. И вот он, второй лесок.